Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с мамами посмотрим мой заказ по 16-му каталогу компании Oriflame. И мне пришли несколько украшений из каталога Norfin. И если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь вместе со мной и приятнейшего вам просмотра. Начнем мы обзор лимитированных украшений из каталога Norfin. И первое, что мы вместе с вами посмотрим, упаковано украшение вот так. Это у нас будут серьги с белым топазом. Вот так вот они выглядят на картинке. И давайте уже посмотрим, как это вообще на самом деле выглядит. Вот так упаковано. Мы уже украшения Norfin до этого заказывали. На канале будет отдельное видео с другими украшениями, которые есть. Вот так вот серьги выглядят. Вроде бы все в порядке. Такие сережки я заказала себе. Так. И вот так это смотрится. Кстати, что-то с золотом будет хорошо сочетаться. Не вижу, куда. Одеваю. Ну вот, смотрите. Ну, в общем-то, нарядные, в пир, в мир и в добрые люди, как говорится. Будет очень, мне кажется, красиво, да, смотреться. И под ту подвеску, которую мы брали из каталога, прям будет замечательно. Здесь, конечно, еще есть вот такой кулон. Здесь есть кольцо. Поэтому здесь можно еще обыграть это украшение вот таким вот кулоном. Ну, в общем-то, как эти серьги. Можно просто иметь серьги и больше ничего не подбирать. Следующее украшение, которое мы вместе с вами посмотрим, это у нас украшение с синим агатом. Это вот такие вот серьги. Заказала их подруга себе. Сейчас эти сниму, вам тоже их примерю. Снимаем, все так же упаковано. Заодно проверим качество, как что сделано. Так, и достаем сережки. Ой, такие конфетки. Такие конфетки. Видно вам? Значит, агат. Здесь под серебро и камушки. Такая вот это сама защелка. Померим сейчас. Угу. Вот так вот смотрится. Не тяжелые, не тяжелые. Ну, такие вот под джинсу, под джинсовку, мне кажется, будет смотреться хорошо летом. Ну, очень такие легенькие, интересненькие. Как вам? Как вам? Хорошенькие сережечки. Консультанты, кто делают стоя более баллов, могут заказать новинки следующего периода. И следующий каталог, номер 17, он выглядит вот так. И в следующем каталоге у нас появляется новая серия. Крем для рук, мыло и пена для ванны. И это у нас ваниль и корица. И я заказала, что ждать, раз есть такая возможность, когда уже можно, уже сейчас, в общем-то, наслаждаться этими новинками. Ну, давайте протестируем. Аромат 300 мл пена, крем для рук и мыло. Очень такое красивое, конечно, оформление. Я пену буду использовать как гель для душа. Приятный аромат, уже знакомый. Было уже что-то такое уже с ванилью и корицей, да? Вот. Ну, для подарка вообще прикольно. Крем для рук. Я люблю такие новогодние ароматы, которые вот как-то так согревающие пахнут
в зимний период. Вообще я люблю чай с корицей, вот что-то такое. Жиденький кремчик такой, легенький, увлажняющий, легкий крем, увлажняющий. Аромат корицы. О, мне нравится. Это, знаете, в прошлом году было в красном оформлении крем для рук, и мне он очень нравился. Засыпаешь, и такой приятный аромат. Ой, ну, аромат мне нравится. Я, в общем-то, с большим удовольствием открою этот набор для себя и буду пользоваться. Но теперь мы с вами уже перейдем к новинкам этого каталога. И в конце 16-го каталога у нас новинки. И здесь у нас крем для рук. Посмотрите, в каком он дизайне коробочки. Прям классный-классный. Значит, крем для рук, мыло и смягчающее средство. И все у меня в заказе есть. Крем для рук, смягчающее средство и мыло. Мыло прям реально такие большие, посмотрите. Коробочки, вот такое вот мыло. Сейчас откроем мыло. Тут коробка немножечко помята, что ли. Что посмотрим, как возьму. О, вот такой вот интересный, красивый колокольчик. Колокольчик красный. Так не пахнет. Колокольчик красивый. Крем для рук. Сейчас посмотрим. Небольшой крем для рук. Здесь уже у нас 30 миллилитров. С собой такой зелененький, если у этого нового такой вот, видите, вот разница 75 и 30 миллилитров с собой. Но в коробочке для, смотрите, подарка коллегам на работе, просто дополнить что-то, какой-то подарочек. Можно, знаете, даже при оформлении подарка вытащить из коробки, положить это как-то рядом. Аромат клюквы и черный чай. Хотя у меня сейчас на руки пахнут тоже вот такой вот крем. Хочется с собой что-то, и чтоб размер был небольшой. Какой обалденный аромат, девчонки. Клюквы. Такой вкусный. Мне нравится. Мне тот и этот нравится. Я люблю вот все-таки такие ароматные, вкусно пахнущие ароматы. Мне понравился аромат, в общем-то. И дизайн все такое, смотрите, и мыло все красивое, вообще так вот, очень красивое, цвет зелени. Следующее, давайте, что мы вместе с вами посмотрим. Я заказала два набора, вот такие вот наборы с ароматом из Woman Collection, это деликатный Cherry Blossom, запечатано, вот видите, да. И это очень любимый моей дочерью аромат. Она мне говорит, раньше ты мне дарила, он мне еще не успевал заканчиваться. Я только им пользовалась, другими не пользовалась. А сейчас у меня уже его нет, я по нему скучаю. И в этом наборе лежит не только парфюм, но еще как бы лимитированный или первый раз только в этом наборе представленный лосьон для рук, тела. И, в общем-то, 100 мл парфюма, 50 мл получается... Или наоборот, крем. Как-то так. В общем-то, сделано в Швеции. Два наборчика взяла, потому что мне тоже этот аромат нравится. И, в общем-то, наборы взяла. Так, следующее из новинок. Это мужские носки. У меня тут и по заказу, и я своим мальчишкам взяла. Как без этого? Уже начинаем собирать подарки. Вот мне понравилось, что носки довольно-таки высокие. У Лёшки тоже уже размер, у сына не маленький, уже там 40-41, поэтому ему будет хорошо. Синие, бордовые. В общем, начинаю собирать уже подарки, и я люблю это делать заранее, когда это можно, знаете, так спокойно все покупать, и чтобы этого было всего много. А им это нравится, когда много подарков. Следующее из новинок у нас... обновление новой линейки детской, и это у нас пена для ванны и такая вот водичка детская. Так, все у нас упаковано, поэтому замечательно, все закрыто, но дизайн красивый. Это у нас Star Wars, да, Звездные войны. Такой вот наборчик. Далее. У меня в заказе масло, я в прошлом каталоге брала для себя мыло, крем для рук и тела. И вот в этом каталоге у нас новинка, это вот такое вот масло для тела, сияющее. Прям, посмотрите, видно вот это вот сияние где-то тут
В общем, его, я думаю, нужно хорошо, оно, видите, внизу прям лежит, его нужно будет вот так вот стрясать, да, снизу, чтобы оно не застаивалось, хорошо его прям потрясти, да, и вот оно уже, видите, как встает, аромат, аромат, да, серия молоко и мед, аромат такой же. Так, ну осталось нам только этим, мы еще не мазались сегодня. В общем, очень немножко, прям толком. Вот, видите, золотистый отлив вот здесь. Вот. Так будет отливать декольте, шея. В общем, интересно. Для корпоративов летом, чтобы сияли ножки, когда еще нет загара. А, классный аромат. Да. Следующее, что у меня тут, давайте уже будем пробегаться по заказу, что у меня тут еще следующее. В заказе, так, это набор, это мужской вот такой вот набор, состоящий из средств для душа, волос и умывания. Чуть ли не 10 в одном, как говорится, для мужчин. И это у нас парфюмерный спрей для тела. Я своим тоже таким это мальчишкам покупала. В общем-то, им нравится. Это все в заказах. Вместо платы за доставку я выбрала Санкис Гарден. Это такой парфюмерный гель для душа с ароматом Санкис Гарден парфюма для себя. Далее у меня вот такие вот наборчики. В наборе продавался гель для душа и мыло, тоже в линейке Discovery, это новинка предыдущего каталога, гель для душа, все сейчас, видите, с таким сиянием, ну, в общем-то, гель для душа, все это по заказу. Следующее, что из линейки Optimals Body в заказе вот у меня это гель для груди и живота, тоже все по заказу, подружка одна заказала нам после родов, у нее девочка родилась вторая, и ей вот самый нужный, да, надо уже за собой ухаживать, конечно, самый нужный такой вот. А что мы сейчас поменяем, давайте посмотрим новинку, а потом дальше продолжим. У нас вышла новая серия, и это серия новогодних аксессуаров. И вот в этой серии, тут по заказу, и мама, кстати, моя взяла, это такой набор варежки и шапка. Сейчас посмотрю, если соблазнюсь. Маме очень понравилось. Не знаю, можно так, а можно... как-то так. Звериные принты. Даже вот так больше нравится. И варежки. Так, варежки. О, солнышко вышло в такие вот варежки. Пальчик тоненький такой. Ну, красиво, мне кажется. Как напишите, солнышко вышло такое, да? Угу. В общем-то, можно это побольше загиб сделать или как-то, в общем, модифицировать. Но комплект вот такой вот. Следующее. В заказе у меня крем для век Royal Velvet. В общем-то, для век там тоже все по заказу. Из линейки The One, всеми уже, мне кажется, знакома вот эта палетка, которая хайлайтер, румяна и... бронзер. Следующее у меня как без этого мною любимая краска для волос в оттенке 5.25, хорошая цена, запаслась, вот взяла себе две красочки. Следующее, это из предыдущего каталога мне пришел из резерва спрей для тела и постельного белья с ароматом лаванды для приятных снов и всего такого. Можно, мне кажется, как ароматизатор для ванной комнаты, для постельного, для... не знаю. Такой легкий. Да, больше для постельного, для глажки. К
какие-то неприятные особо запахи не уберет. Ну, чисто такой вот аромат легкий, приятный. По нему, кстати, классные отзывы. Многие говорят, ой, спится так классно, хорошо, замечательно. Я думаю, тоже надо, тоже надо. Следующее. По рекрутинговой акции, которая была у нас и закончилась, мне пришел вот такой вот подарок, набор за новичка. Спасибо тем, кто присоединяется в команду. Поэтому вот такой вот приятный наборчик мне пришел с туши. Значит, крема для рук, мыльца и смягчающего средства. Вот такой вот подарочек. Из этого каталога является вот такой вот парфюм Giordani Gold Essenza Essential. Но я этот парфюм приобретала, вам показывала. Его можно было заранее приобрести. Вот тем, кто делает 100 и более баллов. Я его за это время уже успела протестировать, попользоваться им. Вот так вот он у меня маленечко уменьшился. Мои отзывы, потому что вы спрашиваете, как он мне вообще. Мне аромат понравился, очень достойный, очень вкусный. Он, кстати, очень держится хорошо. Но он, конечно, для такого более домашнего использования, потому что нужно крышечку открутить. Вот сюда в пипеточку набирается аромат. Нанести его, вот видите, да? А пипетка как бы вот эта становится пустой. Нужно нажать. Даже вот так нет. Вот когда закручиваем, смотрите, пузырики, видите, раз, откручиваем. Вот у меня как-то так. И пипеточка снова набрала. Снова раз-раз-раз. Наносим. Она опустевает. Опять же, закручиваем, оп, пузырики. И за счет вот так вот набирается парфюм в пипеточку. И все, и вот уже куда нужно, там на пульсирующие точки. Так, чтобы не текло на пульсирующей точке, опустевает. И опять же, приходится вот продолжать эту манипуляцию вот так. Ну, аромат очень как бы классный. Не знаю, почему это ограниченная вообще серия. Это у нас аромат 30 мл. Гарденья, Фладеранж, Эссенса, Бургундская ваниль. Здесь в каталоге стоит 799 рублей. По такой спеццене можно приобрести, если вы приобретаете еще дополнительно парфюм Giordani Gold Essence в стандартной версии. Если же вы не хотите приобретать Giordani Gold Essence, вы приобретаете этот парфюм за стоимость 999 рублей. Ну а для зарегистрированных консультантов цена намного дешевле. Поэтому в инфобоксе под этим видео я оставлю ссылку, если вы хотите зарегистрироваться, по ней пройдите, зарегистрируйтесь и будете уже напрямую от компании приобретать продукцию по более выгодной цене. Я думаю, что я ничего не упустила, все вам показала, конечно же. Я здесь в офисе увидела еще несколько украшений вживую из этого каталога Норхен, но я вам сделаю отдельное видео, чтобы вы могли посмотреть. В общем-то, на те украшения, даже на которые здесь как-то в каталоге не очень выигрышно представлены, глаз реально пал. Поэтому очень красивое вот это украшение, вы вживую его посмотрите, хотя здесь я особо не обратила на него внимания. Очень кулон красивый. И мне еще кое-что тут понравилось. Это вот понравились очень вот эти серьги. Я думаю, что все будет прям в ауэх. Поэтому очень в больших прям раздумьях. И, конечно же, еще смотрю вот на эти серьги. Очень интересно. В общем, как говорится, аппетиты растут во время еды, правда же? Вот. Ну что, я надеюсь, для вас это видео было интересным, полезным. Я рада, что я вернулась на канал, что мои видео снова будут выходить. Думаю, что многие меня потеряли, но были на то и технические проблемы с техникой, поэтому не зависящие от меня. Но как-то так бывает. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Обнимаю вас очень крепко, целую. И всем вам говорю пока-пока. Хороших покупок. Заранее приобретайте подарки. И в дальнейшем уже радуйте своих родных и близких.